Президент США Джо Байден вновь заявил о возможности дефолта в США и угрозе статусу доллара как мировой валюты. Это произойдет в том случае, если Конгресс не поднимет потолок госдолга. В частности, Байден заявил, что это подорвет безопасность ценных бумаг Минфина США и будет угрожать резервному статусу доллара как мировой валюты. Американский кредитный рейтинг будет снижен, процентные ставки поднимутся для ипотеки, автокредитов, также кредитных карт, а также вообще всех займов. С 1 октября США превысили разрешенный Конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Минфин США сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность также широко используется для политического торга в Конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в Сенате предложение поднятия потолка долга.